Нитьянандам. Меня зовут Шринитя Сукадананда Махарадж. И это видео посвящается всем россиянам, всем моим собратьям и сестрам по духовному пути. Я сейчас нахожусь в Бангалоре, в Индии. Сам я из города Красноярск, из Сибири. То место, где я нахожусь сейчас, в это место меня привела жизнь. Но большой вклад вложил всеми нами любимый Ошо. Как-то я помолился, смотря после просмотра видео, я закрыл глаза и сделал посыл ему, чтобы он направил меня на живого мастера. И почти сразу же, через несколько месяцев, я наткнулся на другого мастера, и через него пришел к Свамиджи. Свамиджи — это аватар, инкарнация Садашивы. Садашива — это основатель йоги, о которой Ошо так много говорил. Это само космическое сознание, которое принимает человеческую форму ради какой-то цели. Обычно такое происходит, когда в мире наше сознание, наши души нуждаются в внутреннем пробуждении, нуждаются в просветлении. Когда на планете происходит просто дикий дисбаланс, случается аватар. Так вот, это сообщение служит тому, чтобы дать России, миру и России знать, что такой аватар случился, а точнее случается на этой планете. Он благословил нас своим присутствием. И цель его присутствия — создать коммуны людей, о которых также говорил Ошо, которые будут жить вместе и будут просветленными. То есть разница просветленного человека и аватара, что аватар может дать тебе опыт просветления просто сразу. Твоя задача — подготовить тело и разум. Таким образом, необходимость медитации отпадает полностью. Все идет из шактипада. Шактипада — это oneness, адвайта. То есть это просто присутствие аватара, которое погружает тебя в состояние единства и манифестируется духовной силой. То есть смысл пришествия аватара — вывести, дать человечеству прорыв в сознании, и после чего открываются духовные силы. То есть сама суть йоги... Сейчас, секундочку. It's okay. We don't need to edit. Вот. То есть проявляются силы. Но это как... Make sure it's straight. Так вот, то есть проявление силы, их около 463, это как побочный эффект вот этого состояния единства. Йога значит соединение, уединение, oneness. И он пришел для того, чтобы дать нам этот опыт и возродить именно веды, возродить ведические, агамические цивилизации, знания, которые были утеряны с пришествием Майи на эту планету иллюзии, в которой мы сейчас просто плаваем, купаемся и пытаемся наслаждаться. Вот. В общем, на этом я закончу это видео. Мои координаты у вас есть. Связывайтесь со мной, пожалуйста. И давайте совершим этот прорыв в сознании. Потому что Свамиджи дает прорыв не только людям. Он здесь не для того, чтобы удовлетворить смысл нашей жизни. Он здесь для того, чтобы удовлетворить смысл всей жизни. И дать прорыв даже со суперсознанию, которое мы называем Садашива. Как от одноклеточного до млека, для рыбы. Был прорыв, случался аватар. От рыбы до млекопитающего, от млекопитающего до обезьяны, от обезьяны до человека. Все
аватары случались тогда. Сейчас случился новый аватар, чтобы дать нам от человека до аватара. То есть он нас делает, соединяет с нашим высшим, с нашим ultimate, с нашим высшим состоянием и дает прорыв всему космосу, не только людям. Спасибо за ваше внимание. Спасибо. Остаемся на связи. Нитьянанда. Благословляю.